пламя выше неба, говорят о таких возгораниях. Пожар второй степени сложности. Из четырех возможных в нашем регионе произошел на картонно-рубероидном заводе. Первыми забили тревогу рабочие. Они услышали странное шипение и шум. Вышли на улицу, после чего в рабочем помещении произошел хлопок и начался пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 13 часов 42 минуты. По прибытии пожарного подразделения первого был подтвержден повышенный ранг пожара, который у нас автоматически предусмотрен на этот объект. Горело там производственное помещение по производству битумной мастики. Вот. Площадь пожара составляла порядка 600 метров квадратных. Было, значит, сильное распространение пожара в самом начальной стадии. Просто, я так понимаю, что в результате какого-то хлопка там, то есть был выброс этого продукта. И, в общем-то, площадь, она сразу по прибытии составляла вот где-то порядка 600 метров. В тушении пожара принимали участие почти 50 человек, 18 единиц техники. Огнеборцы использовали пенные стволы и высотную технику, среди которой автолестница и коленчатый подъемник. Пожар был полностью ликвидирован в 15 часов 58 минут. Тушение пожара осложнялось тем, что в результате вот этого хлопка конструкции были разрушены, некоторые несущие, то есть и была угроза обрушения перекрытий самих этого здания, поэтому внутрь пожарные не заходили, и высокая температура горения этих продуктов, нефтепродуктов так называемых, а также сложности были там с водоснабжением на территории этого объекта. Пожарный гидрант, он, в общем-то, не соответствовал по резьбе нашей пожарной колонки. То есть приходилось это, в общем, другим способом забирать воду. Стоит упомянуть о том, что с момента последнего пожара на промышленном предприятии не прошло и месяца. Напомним, возгорание на заводе «Технофлекс» произошло 22 мая. Тогда тоже возникли проблемы, но с подъездом к месту пожара. Завидное постоянство, которое говорит то ли о халатности, то ли о ненадлежащем использовании оборудования. Самое главное, что жители города сразу проявили активность. Стали появляться фотографии в соцсетях с вопросами, что произошло. Сотрудники МЧС как раз сейчас устанавливают причины пожара на картонно-рубероидном заводе. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».